Крыму стартовал фестиваль «Таврида Арт». Он проходит с 8 по 12 сентября. Нашу республику представляет делегация из 24 человек. В общей сложности на площадке арт-кластера «Таврида» соберется около 5000 человек из всех регионов России. В том числе более 1000 участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», проекта «Большая перемена» и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Открылся фестиваль концертом симфонического оркестра. На сцене исполнили реквием Джузеппе Верди в память о жертвах блокады Ленинграда к 80-летию начала трагических событий. Солисткой стала наша соотечественница Агунда Кулаева. Участников фестиваля ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа.